можно заработать в интернете. Я зарабатываю на вот этом вот прекрасном красивом сайте и довольно-таки неплохо зарабатываю. Вы видите, сколько у меня на счету на данный момент. И сейчас я буду показывать, как я зарабатываю денежки на этом сайте. Ссылочка для регистрации будет под этим видео. Ну, для начала я хотел бы вам показать, как я снимаю счет со своего баланса, перевожу на WebMoney. То есть я хочу наглядно показать, что это не какой-либо обман или фейк, или что-то вроде этого. То есть я сейчас буду выводить денежку. Я пользуюсь WebMoney Keeper. А кого нет WebMoney Keeper, можете пользоваться просто WebMoney Lite. Обратите внимание, у меня на кошельке R 900 рублей, 0,1 копейка. Сейчас я буду переводить деньги на этот кошелек. Я буду снимать баланс счета сайта, на котором я зарабатываю. Я нажимаю «Получить деньги». WebMoney. И «Выплатить». Когда я нажму «Выплатить», должна будет прийти вот здесь вот платежная информация, что я получил денежку. Я нажимаю «Выплатить». Вот она и пришла, это платежная информация. Давайте посмотрим, что у нас на WebMoney. Ну, в принципе, наша денежка уже и пришла. На счету 1890 рублей, как вы видели. Но я вам забыл сказать, что раз в сутки можно снимать максимальная сумма до 1000. То есть все сумму я не снял. Сейчас я тут обновлю счетчик. То есть вот все обновился, 1000 я снял. То есть в сутки можно снимать до 1000 рублей. Вот таким образом можно снимать отсюда деньги. Вы, как вы видите, денежка приходит сразу. Ждать долго не нужно. Тут такого нет. Тут существует, тут как бы есть автовыплата. Тут оформлять заявку на ваши деньги не будут. В любой момент, когда вы захотите, вы снимаете. Значит, ну давайте перейдем к виду заработков. Я вам покажу, как здесь можно зарабатывать. Вот у нас зарабатывать. Есть 4 вида заработка. Первый вид заработка — серфинг сайтов. Нажимаем на него. Опять же повторюсь, для тех, кто хочет зарегистрироваться на этом замечательном проекте, ссылочка для регистрации будет под этим видео. И также я вставлю еще урок под этим видео, конкретно там я буду показывать, то есть как можно тут заработать, как надо зарабатывать здесь. Ну, теперь давайте я вам вкратце беглым образом покажу, как и что здесь к чему. Я нажимаю здесь, то есть вот 4 вида заработка. Я захожу в первый вид заработка, он менее прибыльный, но с него доход идет. Я нажимаю здесь на вот этот вот оранжевый кружочек, захожу на сайт. И тут мы будем ждать, пока внизу будет идти отчет. Ну, рекламодатель рекламирует свой сайт. Что-то он здесь рекламирует. Если вам интересно, вы можете почитать. Вот. Ну, на данный момент мы не будем сейчас читать это все. Я вам сейчас рассказываю, как работает здесь вся эта система. Вот в нижнем левом углу идет отчет. Ждем, пока отчет заканчивается. Решаем математическую задачку. 4 минус 1, 3. И все, денежка нам зачислена. Когда идет вот тот отчет, счетчик, вам с сайта никуда нельзя уходить. Если вы уйдете с этого сайта, то денежка вам будет не засчитана. Все, в принципе, мы решили математическую задачку, дождались отчета, закрываем этот сайт и смотрим, сколько у нас на балансе. Сейчас смотрите, 73 копейки в конце. Я обновляю страничку и посмотрим, сколько сейчас нам придет. То есть денежка должна будет начислиться. Так, она не начислилась, потому что, скорее всего, сейчас еще идет, обрабатывается запрос на перевод на нашу сумму. Хорошо, давайте я вам покажу. Давайте мы еще раз, еще одну рекламку просмотрим. То есть, чтобы вы не подумали, что это здесь не работает. Все работает, просто бывает запрос мгновенно получается. Он обрабатывается, а бывает немножко надо подождать, может минута-две. Ну вот обратите внимание, здесь внизу немножко счетчик уже идет дольше, тут 60 секунд. Что вам хочу рассказать, пока у нас идет отсчет, я вам хочу рассказать по поводу этого сайта.
То, что действительно можно зарабатывать неплохие деньги, как вы видите. Вы можете приводить к себе рефералов. На данный момент у меня их 2900 человек. Обратите внимание вот на вот эту циферку. Рефералы — это те люди, которые вы приглашаете на проект. И они вам, от их заработка вам будет идти процент. Но об этом немножко позже я вам покажу, как можно работать с рефералами. Но на данный момент я вам показываю по заданиям. Посмотрим, сколько у нас счетчик. На счетчике у нас 10 секунд. И дождемся отсчета. То есть, чтобы нам, я хотел бы вам показать, как зачисляется денежка. Скорее всего, тот запрос обработался, и этот нам, наверное, сразу два запроса за два задания, скажем так, за два серфинга нам заплатят сейчас сразу. 7 плюс 1, нажимаем 8, вот денежка зачислена, закрываем этот сайт и смотрим. У нас 73 также и висит. Обновляем опять страничку. Вот все, 98 копеек. То есть, видите, вот так вот денежка приходит. Но это первый вид заработка. Второй вид заработка. Тесты, ну, так как я их уже сделал, на данный момент их нет. Это тесты, и этих тоже нет, потому что эти два вида заработка я уже как бы сделал, и они со временем появляются в течение дня. Пока у меня еще новые задания не пришли, поэтому пока тут пусто и тут пусто. Ну, на чем можно зарабатывать самым больше, это вот этот вот портфельчик. Это четвертый вид заработка. Это вот выполнение задания называется. Можете здесь нажать или здесь. Ну, заходим в выполнение заданий. Я вам покажу, какие цены тут платят за задание. Вот, например, по категориям. Ну, давайте я покажу вам по цене. То есть цены вы видите, тут цены разные. 120 рублей и 2 рубля, тут, в принципе, тут могут платить по-разному, поэтому все зависит от вас, какое вы задание выберете. Вот обратите внимание, это задание, и вы заходите в задание и как бы читаете, что от вас хочет рекламодатель, чтобы он вам заплатил эти деньги. Все описание будет в заданиях. И вот эту сумму он вам платит за выполнение задания. Вот. Звездочки означают, что это задание, ну, именно у этого задания хороший рейтинг. То есть тут вас не обманят, ничего как бы. То есть вы можете выполнять его свободно, и вам стабильно за него заплатят. А вот эта вот палочка, это означает, что задание многоразовое. То есть вы его можете выполнять раз в сутки, каждый день. Ну вот каждый день вы раз выполнили задание. Допустим, вы день помучились с ним, на второй день вам уже понятно, как это делать. И вы стабильно раз в сутки его делаете. Вот это задание стоит 70 рублей. Ну и так далее. Вот тут вот тоже многоразовое задание тоже есть за 33 рубля. Вот. То есть все зависит от вас, как вы будете работать, как вы будете выполнять задание. Вот обратите внимание на цены. Есть 700 рублей, есть почти 600 рублей, 583, есть 500 рублей и так далее. В принципе, цены неплохие. Вот посмотрите, замечательное многоразовое задание. Во-первых, у него и рейтинг хороший, отличный. И оно многоразовое. Вот вы можете, допустим, даже каждый день вы делать вот это задание и там еще какое-то. И вы всего лишь за три задания в день вы уже будете получать 300 рублей. Я думаю, это довольно-таки выгодно. А это здесь кнопочка по категориям. Тут есть разные категории. Вот, допустим, играть в игры. Вы можете играть в игры, вам за это будут платить деньги. Вот какие деньги вам платят. Вот, допустим, вот играй в героев, получи денежку. Там нужно будет, я уже это задание проходил, только немножко другое. Нужно поиграть в героев, дойти до какого-то уровня, и вам заплатят 180 рублей еще. Причем задание многоразовое, обратите внимание. Поэтому здесь можно довольно-таки хорошо зарабатывать. Или отзыв проголосовать. Тут много разных заданий, в которые вы заходите, допустим, ВКонтакт. И вам нужно ВКонтакте проголосовать. Ну, допустим, поставить лайк и написать хорошие комментарии. В принципе, ничего сложного нету. И как бы за счет этого вы зарабатываете здесь денежку. Ну, а потом выводите на WebMoney, как я вам показывал. Вот сколько мне пришло на данный момент. И это не конец. Я буду выводить завтра и послезавтра. В принципе, мне этих денег хватает. Честно говоря, за последнее время я стал зарабатывать здесь больше, чем на своей основной работе. Поэтому чего я вам советую. И немножко чего я хотел еще вам рассказать по поводу рефералов.
Вот мои рефералы. У меня их 2901 человек уже добавился. И вы их приводите. Вот обратите внимание, сколько каждый реферал заработал. Это, вот эта сумма, это сколько реферал вам заработал. Вот представьте, если вам ваши рефералы, 2900 рефералов, за день заработают, ну я к примеру говорю, как бы за день, за сутки, вам заработает, каждый он принесет по рублю. У вас получится 2900 рублей. Я думаю, это довольно-таки неплохой заработок. И таким образом я и зарабатываю здесь неплохие деньги. Ну, что еще могу вам показать насчет рефералов, то что вы их можете еще и продавать. Есть, существует такая ярмарка, в которую вы заходите. Вы можете покупать здесь рефералы, вот их не цены. То есть вы можете купить рефералы, чтобы он вам приносил прибыль. Или можете его просто продать. Но я рефералов не продаю, не покупаю, точнее, я их наоборот продаю. Потому что у меня хватает, в принципе. Вот, но все же продавать их, конечно, не стоит, а стоит их собирать. Чем больше у вас рефералов, тем больше они вам будут приносить прибыль вам. И тем не менее, пока они будут вам приносить прибыль, вы будете выполнять вот эти 4 вида заданий и будете неплохо зарабатывать. В принципе, это все, что я вам хотел сказать. Довольно-таки неплохой сайт, очень замечательный сайт. Я в нем доволен и хорошо в нем себя чувствую, зарабатываю неплохие деньги. Но самое главное, когда вы зарегистрируетесь, ссылочка для регистрации будет под этим видео внизу. Когда вы зарегистрируетесь, у вас вот здесь вот будет наверху статус прохожий. У меня вот статус бизнесмен. Вам нужно будет самое главное изменить статус прохожего на рабочий, потому что вы денежку не сможете, допустим, вы поработаете, хотите попробовать, как работает этот сайт, но денежку вы не сможете снять, потому что денежка у вас будет висеть. Вам нужно будет изменить свой статус вот здесь вот, прохожего на рабочий. Как это сделать? Я вам покажу. Вы заходите в мои личные данные, сразу после регистрации заходите в мои личные данные и заполняете вот здесь все эти данные, которые здесь указаны, номер ВМР кошелька и ВМИД WebMoney, допустим, если у вас WebMoney. И ссылочка для регистрации на WebMoney будет тоже под этим видео. То есть я вам создам все удобства. Ссылочка для регистрации на вот этом замечательном сайте SalesPrint для заработка. И ссылочка для регистрации на WebMoney тоже будет под видео. Ну и также плюс будет небольшой видеоурок. Я там показываю, как я выполняю задания. То есть, если вам будет интересно, можете посмотреть, немножко подучиться. То есть, таким образом, здесь можно каждому зарабатывать, каждому. Я советую, как бы, проводить время именно в этом сайте, потому что здесь вас никто никогда не обманет. И денежка всегда перечисляется в любой момент. И зарабатывать вы можете сколько хотите. Все зависит только от вас. Чего вот я вам и советую. Поэтому удачи вам, ребята. До скорых встреч. Меня зовут Серега. И всем пока.